Арма ардақты әлеумет, көңілгелеріңіз көтеріңкі, бүгінгі күндеріңіз шуақты болсын деген тілекпен тікелей эфирде Көкшенұры таңғы атанды бағдарламасын бастаймыз. Әдеттегідей дәл осы уақытта өздеріңізбен қайта жолықтық, ағайын. Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире ежедневная программа «Кокшенура». Мы рады приветствовать вас и желаем, чтобы сегодняшний день прошел у вас удачно, успешно и плодотворно. В ближайший час мы будем показывать вам интересные познавательные рубрики от наших коллег, вести увлекательную беседу с нашими гостями и, конечно же, разбавлять всю эту атмосферу музыкальными композициями. Я құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін эфир тізгінінде мен Айгүл Мырзағалиқызы және менің әріптесім Анель Бейсенбаева. Бүгінгі күндеріңіз тағы да сәтті өтсін дейміз. Алдымен бағдарлама шымылдығын әсем әнмен ашамыз. Мәртебесін барлық ел танып, отаным деп білген жүрегінен берер жол тауып менің елім, бұл менің жерім. Құрметті көрермендер, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз. Біздің байланыс телефонымыз 25-25-05, сондай-ақ экрандарыңызда көрсетілген байланыс телефондарына хабарлама жолдап, жақындарыңызды, туған-туысқандарыңызды төл мерекесімен құттықтауға таптырмас мүмкіндіктеріңіз бар. Сегодня четверг, 18 июня, уже почти конец рабочей недели. Мы желаем, чтобы эти два дня до выходных прошли у вас успешно и плодотворно. А для того, чтобы узнать, что ждет вас сегодня, давайте посмотрим астрологический прогноз. Овен. Отличный день для того, чтобы рассказать миру о себе.
Людям действительно важно знать, чем вы интересуетесь, чего хотите достичь и что думаете о происходящем вокруг. Так что не стесняйтесь делиться своим мнением и рассказывать о достижениях. Не исключено начало новых отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Телец. Вам пригодится умение вовремя прикусить язык, воздержаться от язвительного замечания или двусмысленной шутки. Старайтесь не критиковать окружающих, не давать им советов, если о них не просили. Сосредоточьтесь на собственных делах, есть шанс достичь больших успехов, справиться с тем, что прежде не получалось. Близнецы. День складывается хорошо, и вам не о чем особенно тревожиться. Вероятно, успехи в работе. Со многими делами вы справляетесь быстрее, чем ожидали, поэтому остается достаточно свободного времени, и вы находите массу способов отлично провести его. Не исключены перемены к лучшему в отношениях. Рак. Старайтесь использовать первую половину дня максимально эффективно, лучше ничего не откладывать на потом. Чем ближе вечер, тем труднее вам сосредоточиться и довести начатое до конца. Внимание рассеивается, вы можете что-то упустить из виду, забудьте сделать то, что запланировали. Лев. Сам по себе день неплох, но вы склонны сильно переживать из-за пустяков, огорчаться, если что-то идет не по плану. Постарайтесь сохранить хорошее настроение, если вам это удастся, то и ключ к решению накопившихся проблем вскоре удастся найти. Возможно, денежные поступления и предложения о сотрудничестве. Дева. Не спешите, день требует продуманных действий, взвешенных решений. Нельзя доверять первому впечатлению о людях, как и рассчитывать на то, что все удачно сложится само собой. Вам предстоит потрудиться, без этого нужных результатов не достичь. Будет возможность укрепить деловые отношения. Весы. Не лучший день с деловой точки зрения. Вы часто отвлекаетесь, поэтому допускаете больше ошибок, чем обычно. Некоторые весы витают в облаках вместо того, чтобы реально оценить сложившуюся ситуацию и понять, как действовать дальше. Все это мешает вовремя завершить начатое. Скорпион. Начало дня удачно, не упустите благоприятный момент, можно достичь давно поставленных целей, осуществить план, который вы долго вынашивали. Некоторые скорпионы в это время обзаведутся новыми союзниками и почувствуют себя гораздо увереннее. Стрелец. Благоприятный день для поиска союзников и единомышленников. Многим нравятся ваши идеи, наверняка кто-то захочет помочь в их осуществлении. Будет шанс договориться о долгосрочном сотрудничестве, которое окажется полезным всем. Вероятно, удачные сделки, а также покупки, о которых не придется сожалеть. Козерог. Удачный многообещающий день. Не тратьте время напрасно. Сегодня вы наверняка успеете много, если будете действовать быстро и постарайтесь ничего не откладывать на потом. Возможно, удачные совпадения, которые натолкнут на интересные идеи. Многие козероги сегодня изменят свои планы. Водолей. День складывается хорошо, а беспокоиться вам особенно не о чем. Достичь целей помогают знания, полученные раньше. Некоторым водолеям к тому же пригодятся связи, которыми они успели обзавестись. Старайтесь не смешивать деловые и личные отношения, это может несколько осложнить ситуацию. Рыбы. Будет непросто, но вы справитесь. Это один из тех дней, когда особенно важным становится умение ладить с людьми и находить к ним подход. Вам может потребоваться поддержка и обращаться за ней стоит к тем, чей опыт схож с вашим. С общих дел могут начаться дружеские или романтические отношения, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Доброе утро, уважаемые телезрители! Если вы только включили наши телевизоры, то ваши телевизоры, то мы напоминаем, что вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокчанура. Вы можете позвонить нам по номеру 252505, а также написать сообщение на мессенджер WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Яхмата Курминдир, Бадарла Мамас Даргара, Жалгастрамас, Анель Бугун, Хандек Никен Блесмбе. Можешь, пожалуйста, рассказать мне, какой сегодня день? Дәл осы күні,
американдық Уильям Ричардсон балаларға арналған арбаны, яғни коляска дейміз ғой, балаларға арналған арбаны патенттеген екен. Оның шығу тарихына сәл тоқталып өтсек, 1840 жылдары Англия королевасы Виктория көп балалы ана болған екен. Ол өзінің балаларын үйге отырмай сыртқа шығарып, серуендегісі келген екен. Және де содан бері Виктория королеваға, яғни Виктория патшайымға арнап осындай арба ойлап табылған екен, оны Уильям Ричардсон ойлап тапқан. Және де мінекі сол 1889 жылы дәл осы күні ойлап табылған балаларға арналған арба міне бүгінде қолданыста жүр. Большое спасибо за эту информацию, Айгуль. А также сегодня празднуется весьма необычный праздник, Международный день паники, представляешь? Я думаю, что учитывая ситуацию во всем мире и в Казахстане в частности, этот праздник как нельзя лучше описывает состояние наше сегодняшнее. Какие еще праздники отмечаются в этот день 18 июня, мы сможем увидеть в нашей следующей рубрике «Это день в истории». Иә, әр күн тарих десек, бүгінгі күн тарихта қандай елеулі оқиғалармен есте қалды екен, бірге білейік. Әзербайжанда бүгін адам құқығы күні. Әзербайжан президенті Ильхам Әлиевтің 2007 жылғы маусымның 18-ндегі жарлығына сәйкес жыл сайын атап өтіледі. Молдовада тарихшылар күні. Тарихшы күні 1989 жылы Молдова тарихшылар қауымдастығының құрылғанына бір жыл толуына байланысты белгіленді. 18 маусым Америка Құрама Штаттарында әкелер күні атап өтіледі. Ақштан кейін маусым айында әкелер күнін Аргентинадан Жапонияға дейінгі аумақтағы әлемнің басқа да елдері біртіндеп атап өте бастады. 2009 жылы Оралда біздің заманымызға дейінгі 4-2 ғасырлардағы археологиялық қазбалар табылды. Табылған тұрмыс тіршілік заттары және әшекей бұйымдарды бағалау үшін Ресейдің және Германияның ғалымдары шақыртылған. Ғалымдар бұл қазбалардың тарихи маңыздылығы зор екенін бағалап, оларды халықаралық тізімге енетінін хабарлады. 2013 жылы Астанада Қазақстандағы алғашқы Талан Тоуэрс жасыл көппейінді премиум класс кешені құрылысының іргетасы қаланды. 2015 жылы Кеншілер қаласы Қаратауда натрий цианидін шығаратын Қазақстандағы жалғыз зауыт Талас Инвестмент Компани жауапкершілігі шектеулі серіктестігі іске қосылды. 18 маусымда Ресей Федерациясының қарулы күштері әскери коммуникациялар күнін атап өтеді. Ресей президентінің жарлығына сәйкес 2017 жылдың мамыр айында бекітілді. 2006 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан алғашқы қазақстандық КазСат геостационарлық серігі ұшырылды. Әркім өзінің дене бітімінің сұлу болғанын қалайды. Егер де сіз арықтауды жоспарлап жүрсеңіз, ендеше таңғы жаттығу сізге көмекке келеді. Неге екенін дәлдеп айтып өтейік, 2010 жылдардағы зерттеу кезінде ғалымдар дәл таңертеңгі жаттығулар семіздіктен арылтады деген болжау жасаған болатын және тәжірибе арқылы оны дәлелдеген екен. Сондай-ақ тағы да осындай зерттеулердің барысында таңертеңгі ашқарынға жасалған жаттығулар адамға энергия беріп, төзімділігін арттыратыны анықталды. Сондай-ақ артық салмақтан арылу үшін де тағы бір мәрте айта кетейік, таңғы жаттығудың пайдасы зор. Уважаемые телезрители, если вы хотите, чтобы сегодняшний день у вас прошел действительно успешно, то самое, думаю, главное – это хорошо позавтракать и, конечно же, заняться спортом. Ведь утренняя зарядка помогает поддерживать мышцы в тонусе и заряжает энергией на весь предстоящий день, а также даже 10 минут утренней зарядки позволит заставит кровь интенсивнее циркулировать по организму, а следовательно, вы будете чувствовать себя гораздо лучше и увереннее, и у вас обязательно все получится. Поэтому присоединяйтесь к нашим спортивным наставникам, не сидите на месте и желаем, чтобы сегодняшний день был у вас действительно успешным. Я Бриге Хайталайк. Вас приветствует Центр здорового позвоночника Айкуне. Меня зовут Лейла, я являюсь инструктором гимнастики Айкуне. Сегодня я хочу показать вам комплекс упражнений из базового курса, который выполняется сидя на стуле. Принимаем исходную позицию и начинаем первое упражнение, одно из главных упражнений – кирей. Каждое упражнение названо в честь казахского рода. Мы теперь должны в спину от крестца и до лопаток, позвоночник выгибаем вперед. Мягкое вытяжение идет. Здесь происходит вытяжение позвоночника за счет внутренних ресурсов. Позвоночник выгибаем мягко вперед, без резких движений. Да? Ощущаете, как позвоночный столб начинает выгибаться дугой вперед. Есть такое ощущение? И вплоть по всей спине идет изгиб. Это упражнение называется кирей.
Чувствуете? Угу. Еще. То есть разворачивается здесь у вас грудная клетка, да, работает грудной отдел, нижний грудной, поясничный и крестцовый, да? Как ощущения? Больно немножко, угу, отлично. Главное не расслабляться, держаться. Чувствуете, да, вытяжение? Выгибается, да? То есть у вас работают все отделы позвоночника. В то же время вместе с позвоночным столбом начинает активизироваться работа внутренних органов, да? Это кишечная, мочеполовая система, сердечно-сосудистая, да, дыхательная система. Ощущаете, да, как в пот бросает, жарко становится, сосудистая работает, да? Угу. Хорошо, еще продолжайте, еще. Вот здесь в грудном отделе у вас проблемно, поэтому нужно будет с акцентом, да, сюда поработать. Еще. Угу. Хорошо. Теперь следующее упражнение называется «Кыпчак». Спину держим также, выгибаем. И теперь лопатки должны друг к другу подтянуться, да, соединяем лопатки. Теперь вы должны, следующее упражнение, кыпчак, должны соединить лопатки вместе, прижать их. Угу. Здесь у нас соединяются лопатки. Для чего это нужное упражнение, да? Чтобы разработать грудной отдел в позвоночнике, и также у нас начинает раскрываться грудная клетка, да? Здесь начинает работать у нас верхний отдел позвоночника. При этом сохраняете упражнение кирей, дуга вперед, да? То есть на базовом курсе работает позвоночный столб, укрепляется мышечный корсет. Для этого упражнения делаются сидя на стуле. Стул желательно, чтобы был деревянный, не металлический, потому что дерево, оно имеет свои, да, природные свойства полезные, которые воздействуют на наши органы. Угу. Теперь соединенные лопатки медленно опускайте вниз. Здесь у нас растягивается шейный отдел, укрепляется мышечный корсет верхнего отдела позвоночника. Чувствуете, да? И также раскрывается область грудной клетки. Занимаясь перед зеркалом, вы можете наблюдать за своими изменениями, да? Это неровность плеч, неровный уровень, видите, да, положение головы, корпуса в целом. Поэтому желательно, конечно, проводить занятия, сидя на деревянном стуле, еще раз скажу, и перед зеркалом. Больше для выполнения этой гимнастики нам ничего особого не требуется. Угу. Еще. Каждое упражнение нужно делать с усилением, не расслабляясь. Еще. Еще тяните вниз. Отлично. Угу. Повторюсь, что каждое упражнение в гимнастике Айкуне названо в честь казахского рода Ру. С чем это связано, да? Вообще сама гимнастика основана была, создана была Баймагамбетовым Абаем Акатовичем, который является потомственным Емше. То есть. Ну, в общем, какие заболевания? Угу. Ага. Гимнастика Айкуне была вообще предназначена для решения проблем опорно-двигательного аппарата, проблем позвоночника, спины, да, то есть это грыжи, протрузии, сколиоз любой степени, то есть от 1 до 4 для Айкуне нет ограничений, то есть любой степени сколиоза мы можем помочь исправить, да, сутулость, боли, грыжи, протрузии, как я сказала, нарушение вестибулярного аппарата. Упражнениями Айкуне можно заниматься также в домашних условиях, сидя на работе, на учебе, в момент ожидания, да, то есть в любое свободное время, после овладения упражнениями, вы можете в любое свободное время использовать каждое упражнение, да, то есть уже познав каждое упражнение базового классического курса, вы можете применять это в любом месте, в любое время, вам для этого нужен только всего лишь ваш позвоночник, больше ничего. Из-за чего много факторов: травмы, пассивный образ жизни, неправильное питание, то, что не поступает питание в клетчатку нашу, да, в кости и так далее. Вот. Неправильный образ жизни за рулем, если человек сидит, допустим, да, или на учебе сидит, сутулится и так далее. Да? Сейчас живот в себя тянете. Угу. Еще. Хорошо. Еще. Лопатки соединяйте еще. И тяните их вниз. Угу. Отлично. Угу.
То есть дуга у вас, в принципе, хорошая получается. Но проблемно у вас верхнее грудное отдело. Наверное, сами замечали, сутулость, да? Плечи падают вперед. Устаете, головные боли, бессонница или наоборот сонливость, да? Давление пониженное, потому что идут проблемы в шейном отделе. Шейно-грудной шейный отдел, тот, который перекрывает кислород и не поступает по сосудистой, да, в головной мозг питание достаточно не поступает. И, соответственно, начинаются головные боли, реакции на какое-то природное явление, да. Вот лопатки еще соединяйте. Еще и тяните, опускайте их вниз. Угу. И держите, держите, держите. Теперь живот еще можете в себя втянуть еще больше. Я дәл осы Айкүне қазақ гимнастикасын жасауды күнделікті әдетіңізге айналдырсаңыз, дене бітіміңіздің сұлу боларына бізде кепілдік береміз. Да, действительно, эти упражнения очень нужны, особенно в современном образе жизни, когда у многих проблемы со спиной, поэтому, дорогие телезрители, смотрите нас ежедневно и повторяйте за нашими спортивными наставниками. Я сұлулық әлемді ұтқарады дейді. Қазіргі таңда сұлулық байқауларына тек бойжеткендер ғана емес, сондай-ақ кішкентай қыздарымыз да қатысуда. Мәселен, жақында, енді қазіргі пандемиялық жағдайға байланысты байқаулардың көбі онлайн режимде өтуде. Сондай конкурстардың бірі жақын арада өткен болатын. Ол мини мисс интернет, яғни республикалық онлайн байқау. Оған біздің көкшетаулық өрендер қатысып, өздері жақсы нәтиже көрсеткен екен. Және аздаған минуттардан кейін осындай кішкентай аруымыздың бірі біздің студиямызға келіп жетеді, және онымен танысатын боламыз. После музыкальной паузы мы вернемся и познакомимся с нашими победительницами конкурса «Мини Мисс Интернет». Amazing love. Oh.
Сені құтықтап келіп тұрмыз. Сен онымен болатын әр сәтімді бағалай енді. Біздің енді саған қажетіміз жоқ. Қымбатты көрермендер, өздеріңізге уәде еткендей студиямызға қонақтарымыз келіп жетті. Жайын таныстырып өтейік. Итак, у нас сегодня в гостях Аубакирова Зара, победительница мини-мисс интернет. Также Аубакирова Жулдос, мама Зары и первая вице-миссис Beauty and World Казахстан. Доброе утро, как ваше настроение, как ваши дела? Салемет себе, все отлично, рахмет. Зара, как у тебя дела? Салемет себе, бәрі жақсы, бәрі өте тамаша. Здорово. Давайте про конкурс расскажем вообще, когда прошел, как прошел. Это был интернет-конкурс. Проходил он в апреле. Было онлайн-голосование. Моя дочь ранее участвовала в конкурсе. В прошлом году она стала мини-мисс Вселенная 2019. Вот, я в конкурсе красоты впервые участвую. Вот. То есть ранее я работала в банке, сейчас в управлении статистики работаю, ну, то есть госслужащий. И вот в конкурсе красоты первый раз участвую. Вот, ну, ранее занималась вокалом, на фортепиано играю. Вот. Все-таки на творчество тянет, да? Да, на творчество тянет, да. Хотелось, конечно, быть творческим человеком, куда-то в консерваторию поступить, но как-то так вот передумала, стала финансистом. А вы последовали примеру дочери, что начали участвовать в конкурсе, приняли участие, вы говорите, это впервые, да? Да, впервые в конкурсе красоты. Ну вот ранее я пела в Европе, представляла Казахстан, но это было в юности, в молодости, вот. А, да, просто как-то решила, как-то все так спонтанно, думаю, попробую. Просто я увидела, что взрослые, то есть женщины участвуют, и как-то решила посмотреть, может, повезет. Енді осы ретте сұхбатымызды үзе тұрып, кішкентай Зараның ән айтқан бізде видеосы бар екен, соған назар аударайық. Yeah.
бағдарламамыздарға жалғастырайық. Зара, такой вопрос. Со скольки лет ты уже участвуешь в таких конкурсах и чему ты научилась? Я с 4 лет до 6 участвую в этом конкурсе. Пою, танцую, планирую пойти в школу. Музыкальную школу. Также да, в музыкальную школу и в первый класс. А и в школу, да, в этом году, на любой класс, да? В первый класс пойдем. А еще я хочу пойти в творческую зону. Я очень люблю творчество. Я очень люблю рисовать мелками, карандашами, фломастерами. В комнате я расставила ручки и свой чемоданчик для рисования, но так и не порисовала. Думаю, что в скором времени ты обязательно порисуешь. Вот ребенок, получается, Зара с детства, да, росла. Вот вы говорите, что вы с юности занимаетесь творчеством. Она родилась в такой творческой семье, и вы с детства ее поддерживали, все ее начинания, так да? Да, да, мы поддерживали все ее начинания. Вот как-то я так в ней разглядела, что у нее есть талант, есть слух, есть голос, что это все нужно развивать в дальнейшем. Вот планируем в музыкальную школу пойти. Я, потому что сама тоже заканчивала музыкальную школу. По классу фортепиано, вокал. Вот. Ну и планируем, чтобы Зара тоже была творческим человеком. Ну, это уже на ее усмотрение. Может, она пойдет в творчество, возможно, другую какую-то профессию выберет. И в этом году, получается, онлайн-конкурс проводилось впервые, да? Да? Но раньше... Да. И какие ощущения? Как прошел конкурс онлайн? Ну, вы знаете, я участвовала, я думала, ну, как наберу лайки, не наберу лайки. Ну, то есть главное не победа, участие. Лайки, да? Да, лайки, интернет-голосование. Вот, и, конечно, для меня было большой неожиданностью, что я стала первой вице-миссис. Как-то я так не рассчитывала на это, но так вот получилось очень. Очень приятно и, естественно, под руководством Наили Ибрагимовны, вот, наш наставник, наш учитель, вот, ей тоже большое спасибо. Мы к ней в модельную школу ходим, вот, то есть какие-то вот азы получаем. А какие критерии были конкурса? То есть вы отправляли видео или фото? Я отправляла фото, и это было интернет-голосование. То есть, но просматривали не так фейки, там какие-то фейковые только фото, лайки, да? По фото, а только по фото, да. И, то есть, соответственно, живые голоса. Чем больше, соответственно, тем, ну, то есть, выиграл. Но раньше ведь конкурсы, такие конкурсы красоты, они проводились в несколько этапов, но это вживую, естественно, все было, что там и дефиле, правильно, и конкурс талантов. В этом году ничего такого не было, и ролики никакие не записывали, да? Где вы, может, поете, что-то рассказываете себе? Ролики нет, не записывала, конечно, хотелось бы, да, спеть, показать творчество свое, но здесь просто чисто по фотографии было интернет-голосование. Вот в связи с ЧП. Зара, а как у тебя конкурс прошел? Тоже интернет-голосование было, правильно? Тоже по фотке у нее определяли победителя? Нет, не только по фотографии. То есть там был конкурс, она вот была ребенок года. А, то есть конкурс проходил первоначально в городе Кокшетау. А дальше Зара поехала в Москву, потом уже на международный конкурс в Турцию, где вот она стала мини-мисс Вселенная. То есть это несколько этапов было. Вот, естественно, и дефиле, и пение, то есть какие-то... Кто-то танцует, кто-то поет, каждый показывает свой талант. Но Зара у нас была уже в гостях, когда она как раз-таки получила этот титул. Знаем, что она и участвовала в показе мод Вячеслава Зайцева. Да, правильно? Да. Зара, где твои короны сейчас все? Дома? Короны все дома, потому что они слишком большие, я их не могу таскать на голове. В прошлый раз мне вручили корону розовую, у меня аж голова вот так крутилась. А еще я хочу сказать, я уже давно участвую в конкурсе, и еще я все время ребенок года. Все время. Тебе это нравится? Очень здорово. Мне не нравится, что я хожу в модельную школу, потому что я устаю, и иногда мы воды не берем. И поэтому я говорю, не хочу больше быть звездой, хочу быть обратно обычной девочкой. Ну, это так временная, да, усталость, поэтому это просто, наверное, рано встала сегодня, да?
Я бала бар жерде орлық жатпат дейді, ошын менде өзінің шынайы эмоцияларын айтып бөлісіп жатыр. Еще какие планы есть у тебя, Зар, когда вот вырастешь? На будущее. На будущее. Кем ты хочешь вот хочешь стать певицей или модель? Ну, я, в принципе, хотела стать моделью, певицей, творческой, а еще художником, да? Художником. Художником, фотографом. Жақсы, сұхбатымызды осы жерден өзе тұрып, келесі кезекті сіз білуге тиісіз айдарына берейік, одан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. And you seem to agree with me, but when there's complications, you withdraw and leave me to be. When there's a problem, you become like a wall, and every time I trip, it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me, just be my parachute. When I'm feeling down, you're just not there, making sure I'm okay. Why don't you help me the way I help you? Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгін бізде онлайн «Мен емес» байқауының жеңімпазы және оның анасы келіп отыр. Тағы да қош келдіңіздер дейміз. Рахмет. Енді қонақтар келгеннен кейін қонақ кәде сұраймыз.
бірін күтеміз сізден. Ага, рахмет. Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновение, почти любовь, почти падение с обрыва. Я знаю тайну одиночества, его загадку и пророчество, и сон, который должен кончиться красиво, к единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя к далекому и грешному. Бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему люблю я. Здорово, очень спасибо, да. Мы вот у Зары спросили, какие у нее планы на будущее. Теперь, думаю, стоит задать этот вопрос вам. Вы сказали, что вот впервые участвовали в таком конкурсе красоты. Понравилось ли вам? Планируете ли вы дальше продолжать участвовать? Да, конечно, мне очень понравилось участвовать в конкурсе. В дальнейшем мы с Зарочкой планируем поехать во Францию. Там будет показ именитого дизайнера Пьер Карден. Да? Вот. В дальнейшем я также планирую ходить в модельную школу Наили Ибрагимовны. Uh-huh. Вот. Ну, также буду совмещать работу с творчеством. Uh-huh. Здорово. Зара, она нулевой класс, правильно? Она закончила нулевой, да, класс? В этом году первый класс пойдет. Надеемся, что все будет хорошо, она сможет пойти. Спасибо. Да, именно так в очном варианте. Но, Зара, какие у тебя ощущения вот перед тем, как пойти в школу, в первый класс? Хочешь в школу? Хочешь учиться? Уже? Хочешь учиться, не боишься? А как будешь учиться, как думаешь? Хорошо? Будем стараться, да? Хорошо учиться. А мама уже давно школу кончила, потому что она мама. Конечно. Қазір енді бірінші сыныпқа дайындалып жатқан боларсыздар, иә? Идет, наверное, подготовка к первому классу. Да, идет подготовка к первому классу, да. Нулевой закончили, пойдем в первый. Как подготовка идет? Готова ли, вот как вы, как мама, оцениваете, готова ли она учиться? Или, может, нет, у меня уже знаменитость есть, хоть и маленькая, я не хочу в школу. Нет, такие каприты? Ну, бывает иногда, да, в силу того, что она ребенок. Но учеба есть учеба, естественно. Это никак не оправдывает, что она звезда маленькая. Вот, подготовка полным ходом идет, конечно. Енді осы жерден сұхбатымызды тағы да үзе тұрайық, өйткені аздаған минуттардан кейін бізде марапаттау басталады, яғни онлайнда өткен байқау жеңімпаздарын біздің студияда марапаттаймыз, және дәл қазір музыкалық үзіліс, содан кейін ары қарай жалғайтын боламыз бағдарламамызды. После музыкальной композиции мы вернемся и перейдем к награждению наших победительниц. Мен
Итак, у нас в студии Сейдалина Инайля Ибрагимовна, директор конкурсов красоты и талантов по Акмолинской области городу Кокшетау. Именно она сегодня будет награждать наших победительниц. Итак, начнем, да, пожалуй? Да. И дипломом интернет-конкурса красоты «Мисс Казахстан Бьюти Интернет 2020» в номинации «Little Miss Казахстан Бьюти Интернет 2020» вторая вице-мисс награждается Убакирова Зара. Зара, пошли. Зара Килигой. Вот и диплом. Тамаша. Құттықтаймыз бізде өз атымыздан және марапаттауды ары қарай жалғастырамыз. Так, далее. Дипломом интернет-конкурса красоты «Мисс Казахстан Бьюти Интернет 2020» в номинации «Миссис Казахстан Бьюти Интернет 2020» первая вице-мисс награждается... Первая вице-миссис, правильно? Миссис. Награждается Убакирова Жолдыз. Жолдыз Кирилленс. Спасибо. Поздравляем. Жанеде Нурпанова Ризая. Так, далее в номинации Young Miss Казахстан Beauty Internet 2020 вторая вице мисс награждается Нурпанова Риза. Риза. Жолдыз, получи, пожалуйста. За Ризу. Риза, Кирилл Маганикен. Да, она не смогла прийти, но думаем, что обязательно передадите ей. Подтахтаемся, что не арыгары жалгастырайк. В номинации Grand Prix Mini Miss Казахстан Beauty Internet 2020 награждается Булатова Раяна. Тамаша, Раяна Килигой. Раяночка. Поздравляем. Раяна, еще стабзе. Янкшкинте. Джин Пазмус. Арна и лента с Даварикен. Корона с Баркшкинте. Дженнеди, диплом на табусте. Полно. Тамаша, жеңісі құтты болсын, кішкентай жеңісі. Поздравляю. Далее, в номинации Гранд-прикс Мисс Казахстан Бьюти Интернет 2020 награждается Уталипова Айгерим. Айгерим, Кирилленс. Поздравляем вас тоже. Какие у нас девушки, все очень красивые, согласны? Такие платья шикарные. Поздравляем вас, желаем всего наилучшего. Поздравляем. И корона есть вот. И диплом. И диплом. Поздравляем еще раз. И последний диплом у нас остался в номинации Grand Prix Миссис Казахстан Beauty Internet 2020 награждается Саутбаева Динара. Динара, поздравляем. Поздравляем вас тоже. Все девушки красивые, да, все очень достойные. Прям заглядение. Женя, корона здорово, собаки. Так, корона есть еще, конечно. Корона тоже очень красивая, согласна? И диплом. Мне на Ахзару был, да? Поздравляем еще раз. Поздравляем. Мне осымен бүгінгі марапаттауымыз аяқталды, енді өздеріңізбен қоштасатын уақыт келіп жетті. Қымбатты көрермендер, эфирде болған Көкшетау таңғы танымдық бағдарламасы, міне өздеріңіз көргендей, бүгін онлайн форматта өткен сұлулық байқауының жеңімпаздарын біз офлайн түрде марапаттадық деп айтсақ болады. Да, действительно, поздравляем еще раз всех девушек-победительниц. Желаем им только успехов, только наилучшего, чтобы их победы копились, так скажем. Дорогие телезрители, с вами были мы, ведущие программы Кокшенура, моя коллега Айгуль Мырзахалихадзе, я Анель Бесенбаева. Желаем вам всего доброго и наилучшего. До свидания. Аман, сау болыңыздар.
деген керемет түн. Жалын ескен сенен оттым. Мен де үнсіз үндемей сен де жаным. Құшағыма ене Ашық емес болсаң сен неге?